Всем привет, с вами Прия. Сегодня побеседуем об особенно интересных талантах, которые будут введены в обновлении 7.2. Как вы все прекрасно знаете, ко всем артефактам добавляется вот такая вот правая ячейка. Если сейчас зайти на тестовую версию Warhead или на тестовую версию Warcraft 7.2, то вы это все можете посмотреть после прохождения конкретно в игре цепочки на расколотом берегу. На ПТР-версии Warhead можно просматривать всегда, поставив здесь галочку. Хотелось бы поговорить о весьма интересных 5 аурах, которые будут полезны, возможно, при прохождении Мифик плюс подземелий или рейдов. Но их принцип весьма рандомен. Итак, начнем же. Рыцарь смерти, ветка, кровь. Прокачка артефакта идет таким образом. Вампирик аура. Consumption grants 12% leech to you and 4 allies for 50 second. В общем, nice English in Priya. Priya High School, как говорится, да. Вампирик аура, которая дает от юза артефакта, от его использования, аура вампиризма на 20% аура действует на вас, на 4 союзников в течение 15 секунд. Таким образом, 15 секунд действует, 45 кд, вполне неплохо. Итак, идем дальше. По-моему, это был Feral Druid. Tiger's Fury. Grants. Ну, собственно, вы сами можете спокойно читать, да? Тигриная ярость дает 600 универсальности вам и 4 вашим союзникам на 10 секунд. Я думаю, кто играет за котов, тот прекрасно знает, о какой способности идет речь. Далее. Fire Mag. Филомилорн, их артефакт. Феникс Флейм — это их трехзарядный используемый эффект от артефакта с КД 45 секунд. Один заряд с вероятностью 50% гарантирует 800 критического удара вам и вашим четырем союзникам на 10 секунд. Весьма печалит то, что шанс определенный есть в виде 50%, но маги, в принципе, сами и так жарят. Ну, им положено, они все-таки фаеры, как-никак. Так еще и АУЕ дамаг у них бешеный и прочие различные моменты. Вы это прекрасно знаете и видите при прохождении мифплюсов и рейдов, когда с вами есть фаермаг. Вот как-то так у них это дело обстоит. Весьма полезная аура на крит от использования артефакта. Далее, монах Виндволкер. Триггерин комбо Страйк. Дает 600 искусности вам и вашим четырем союзникам на 6 секунд. Я пытался найти, что такое вот эти комбо-страйки, но монах для меня это весьма запутанная вереница, так что я думаю, те, кто играет за монахов, прекрасно знают, о чем идет речь. Ну и последний, о ком пойдет сегодня речь, это жрец версии тьма. Итак, Void Torrent дает 800 хасты скорости вам и вашим четырем союзникам на 15 секунд. Void Torrent — это использование артефакта, так что все очень хорошо, ШП будут нужны с целью 800 хосты. На самом деле, все вот эти рейтинги, которые даются, там 800, 600, циферки вот эти, это 2%. Возможно, эти 2% когда-то вас выручат, возможно, когда-то они вам помогут. Но та аура, которая идет от Рыцаря Смерти, она очень сильна. Так что думайте насчет своих танков. Всех вам благ, счастья, здоровья. До скорого. Вот вам такая информация на обсуждение.